Всем привет! Сейчас расскажу небольшой лайфхак, как поставить колонки на шипы, если у вас их нет. Шипов я имею в виду. Все на самом деле очень просто. Если вы присмотритесь, то я использовал вместо шипов те самые болты, которые были прикручены штатные ножки к колонкам. На каждой ножке было по два болта, соответственно, я ставил только по одному, закрутил их на половину, чтобы они никуда не делись, чтобы они устойчиво держали колонку. И суть та же самая, как и у шипов, да, по звуку действительно заметно. Я раньше никогда в это не верил, но рекомендую ставить колонки на шипы. Здесь они у меня стоят на кафеле, мраморную плиту я решил не ставить. Но акустика действительно должна стоять на шипах, и по звуку, особенно по низам, это заметно. Так что используйте.